Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас, как всегда, вторая сторона доната. И у нас киберпонедельник, кибернаграды. Неплохие плюшки сегодня, кстати, дают. Еще самое большое, как бы приятно удивило, что на лиском сервере была акция, я ее показывал. Один за один, за пак вам дают за Черную пятницу возврат такого же самого пака, который вы брали. Вот у меня был пак, я брал пак первым с камнями, вот, и мне вернули точно такой же спустя там 2 дня, считайте, после выходных, 150 кулачков, 150к, и вот такие вот камешки для смотрителей. Ну а сегодня у нас киберпонедельник, и сегодня опять же кибернаграды, вот так вот, 26.11, как видите, здесь это так празднуется. В общем, делаем вот так вот. Что мы имеем? Это, по сути, за 2 больших пака на русском, даже чуть-чуть меньше. Вот вы имеете такие вот награды, это еще не все награды. 5 расколов 8 уже, по 1000 камней, кристаллы, камни на 9. Ну, в общем, вот как-то вот так вот. Также, как видите, у меня уже перелимит слизней, перелимит кулачков. Поэтому надо будет покупать коробки. Сейчас мы это сделаем. Сколько у меня там кулаков? Вот 1 миллион. Даже не коробки будем покупать. Будем покупать эмблемки. У меня есть и эмблемки. Так, и коробочки. 114 коробок. Ну и забираем. Сейчас мы откроем. Вот эти слизни опять же надо продавать. В общем, печально все. Даже можем все так сразу продать. Плюс 11 миллионов. Плюс 12 практически. Так, кулаки мы так и не открыли. Не знаю, или хватит. Должно хватить, в принципе, места. Да, остались у нас только синие кристаллы. Так. Сейчас мы тоже их продадим. Красных надо очень много. Так, отлично. Все. С этим разобрались. Поехали дальше. Что у нас сегодня интересного есть? Сейчас покажу вам рынок. Ну, Огник, 2 пака больших здесь стоит, плюс кучу плюшек имеете, кучу питомцев, если у вас их нету, все дешевеет. Вот эти паки я вам уже показывал. Ну и мелкие паки есть тоже. У меня уже перелимит сумочек. Большой пак вот такой вот. Тоже мне его некуда брать, смысла ради 10 рун тоже нету. В общем, вот такие вот акции, вроде так ничего. Так, кристалл у нас сегодня есть. Ну, есть вот новый. Так, 8-я ремка нам не хватает. У меня 16. Теперь хватает. Вот, как видите, я уже показывал утром. Ну, в принципе, с этого всего вот можно забрать вот так вот. Сразу же 8-я ремочка прилетела. Отлично. Так, ну давайте сделаем просто смену. 10% дали нам. Ну, короче, такое вот. 5к кулаков. Ну, некоторые варианты для бездона очень неплохие будут. Всего лишь 8-я ремка, эмблемка. Ну, здесь это этим не удивишь никого. Так, окей, поехали дальше. Остальные потом вернусь на первую покупку. Так, и кибер это все мы забрали. Так, это на траты, по-моему, если не ошибаюсь. Так, плант есть у нас еще до сих пор идет.
Blue Castle Clash. Что это такое? Of Gamers. Типа новая площадка, что ли? Непонятно, непонятно. Надо будет потом разобраться. Так, Bingo Blast. Ну, поехали посмотрим на бинго ихние. О, ничего себе, четвертая, ребята. Четвертая ремка рунами продается. Точнее, дается за донат. Что, конечно, на английском сервере это смотреть. Зачем ее сюда пихать, я вот не понимаю. Так, надо будет еще пойти смотреть, а не посмотреть, что там у нас можно подкачать. Так, алхимик. Ласт алхимик, поехали. Ведь еще и сундуки есть. Это на трату. Это наем, поехали алхимика посмотрим. Эти акции, кстати, вот не знаю, вообще бестолковые, смысла от них здесь на этом сервере вообще никакого нет. Я не знаю, зачем они их запускают, запустили бы лучше какую-то одну. Все ресурсы продаются, причем относительно недорого по сравнению с русским сервером. Тут аккаунт намного круче стал за пару месяцев, и плюс круче намного плюшки, какие-то мои прокачки, смысл. Вот это вот сюда лепить, я не знаю. Ну, давайте позабираем еще. А, и 500 гемов не забрал. Ну, хоть 200 заберем. Так. Вроде с такого все, ничего такого больше интересного нет. Что, давайте попробуем. Хаммер поиграем. Ну вот смотрите, как здесь падают. Первая награда у тебя. Не, все-таки. Все-таки. Ну, опять же, дают кулачки побольше, чем на русском, мне кажется. 600. Смешно, конечно. Ой, ничего себе, что я там выиграл. Что интересного, две карты смены. Так, хорошо, с этим разобрались. Поехали, плюшки пооткрываем. Что там у нас сегодня накопилось? Так, это уже никто не лезет. Камешки хватает. Рубочки. Так, рунки. Надо будет сейчас зайти качнуть немножко. Смотрителей плюс один левел сделать. Так, карты, ракушки, сеты. Все неинтересно. Пятые ремки. Штампуем, штампуем пятые ремки. Жесть. Кто знал, что когда-то оно будет столько. Конечно, оно и дальше будет все дешеветь. Так. Только не на русском. Плюс один камешек, отлично, и как раз повыбивали еще. Я специально не покупаю, потому что они будут падать с сумочек. Так, нужно будет огников пооткрывать. Ну, в принципе, с такого вроде и все, как-то мы сегодня быстренько все это сделали. Поехали посмотрим, что там у меня по смотрителях. 500 силы должен поднять. На 34-м мы застряли, 44-е, 45-е. Так, 200, следующие 2400, 66 тысяч. Ну, этих
Я тоже на один подыму. Вот так вот. Нехило так. У меня на основе даже таких нету прокачек, как здесь. Смешно, конечно. Вот так вот, ребят. Такой вот у нас сегодня получился видосик. Вторая сторона доната. Ну, в принципе, ничего пока на английском не меняется. Единственное, вот эта акция уже добавилась. Новая, в которой можно забрать крутые плюшки. Ждем, что будет на русском. Я надеюсь, она на русском тоже скоро будет. Можно будет потрешивать, но опять же потрешивать за донат. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.